Ну, конечно, когда 2 минуты до... На 92-й минуте мы получили, она заканчивается уже. Могли выиграть сегодняшнюю игру, которая по самоотдаче была хорошая, а так по содержанию не очень. Но учитывая, что у нас были серьезные кадровые проблемы, что у нас видели 4 запасных игроков из этих глухов. Имел сегодня температуру, и 2 игрока, которые мы буквально из молодежки. У нас есть кадровые проблемы, и еще поле, которое очень натурально, мягкое было сегодня, все равно мы готовимся на искусственном. Видно было, что где-то многое что-то не получалось, когда говорим о созидании. Еще раз повторюсь, по самоотдаче жаль, что не дотерпели и выиграли. Это было очень хорошо за нашу команду. Пожалуйста, вопрос. Ворон, скажите, сегодня команда действительно, ну, можно сказать, упустила 3 очка. При этом и в весенней части вы смотрелись достойно. Планируете остаться по неспортивному принципу, если все-таки получится? Ну, это же вариант, который, конечно, все обсуждают, но на данный момент, видите, игра за игрой идет. В этой неделе был тройник, то есть играли 3 игры подряд, и много об этом не думаем. Вот эта команда, значит, если посмотреть по содержанию, это была наша самая плохая игра, но мы ее могли выиграть. Значит, все остальные игры до этого мы играли, даже скажу, очень хорошо, но не выигрывали. Мы весной из 10 туров 5 ничью, 5 поражений. Я еще раз повторюсь, это может быть по содержанию. По самоотдаче, да, хорошая, но по содержанию было много проблем. Но что бы хотел сказать, мы будем биться до последней игры. Это, конечно, может случиться, что в том году никто не вылетел, может и в этом году, но за это нам все равно надо набирать какие-то очки. Может, на концу концов и не будет, как в том году, а может быть, вылетят 2 команды или что-то такое. Поэтому мы об этом и говорили, и поэтому надо до конца бороться за каждое очко. Жаль, еще раз повторюсь, не хочу говорить... Но есть какое-то невезение. Вот если бы и посмотрите 2 минуты до конца, вроде все, должны привести эту игру к концу и снова. Что делать?